Приветствую вас, Алена. Мне думается, что ваш вопрос немножечко не в ту сторону обращен, вот, потому что при том, что вы описываете ситуацию, в которой у вас с вашим мужчиной имеет место быть конфликт, причем конфликт такой, я бы сказал, достаточно системный, да, то есть, ну, в смысле системный конфликт, то имеется в виду, что что вы, ну, на постоянной основе поссоритесь, на постоянной основе у вас возникают какие-то трудности, да, какие-то проблемы, вот, то есть это вот, ну, на постоянной основе у вас происходит, а вы их и в итоге вы расстаетесь. При всем при этом вы спрашиваете о том, если надеетесь, что мужчина вернется. И что вы его очень любите, и спрашиваете ли вы, есть ли шанс, что он вернется, или ваша надежда глуба. Вы знаете, я бы здесь сказал следующее, что даже если он вернется, у вас могут быть серьезные проблемы. Потому что то, из-за чего вы ссорились, то, из-за чего вы изначально начали ссориться, не решено до сих пор. И самое, что тревожно, вот лично для меня, в этой ситуации, то, что вы, судя по всему, даже, ну, что вы, судя по всему, даже не не задумываетесь о том, чтобы что-то изменить. Вот. То есть вы, судя по всему, даже не думаете о том, чтобы, ну, что-то менять, чтобы что, как-то вот постараться найти точки входа в конфликт, из-за чего и так далее, и так далее, и так далее. Вы не говорите о том, что, ну, там, собираетесь как-то что-то делать по-другому и прочее, прочее, прочее. И складывается такая картинка, что, ну, мужчина вернется, допустим, он остынет, вернется. А что дальше? А дальше, собственно, ничего, потому что ведь вы остались прежней. И он тоже остался прежним. Он тоже не изменился. Он не стал другим. Ну, грубо говоря, без соответствующей работы, например, вашей работы вдвоем, да, вот без соответствующей работы вашей совместной, я бы сказал, что даже при том условии, что человек вернется, даже при том условии, что он вернется, у вас есть все шансы расстаться вновь, потому что, извините, но проблема не решена от слова никак, от слова совсем. И как бы в этом,
на мой взгляд, заключается основная трудность, основная беда, основная проблема. В этом, на мой взгляд, заключается то, на что вам, как мне думается, стоит обратить внимание в первую очередь вдвоём. То есть вот на то, чтобы сделать некий такой анализ того, как вы взаимодействуете с человеком, что составляет, ну, в какой-то степени вот основу для ваших конфликтов, основу для ваших сложностей и какой вклад вы сами вносите в это. Вот именно вы какой вклад вносите в конфликт молодым человеком. Вот. И когда и если работа по этому будет проведена, вот, когда и если работа будет проведена, вот, тогда я думаю, в принципе, что уже можно будет говорить о продолжении отношений. Вот. Ну, для этого вам, вероятно, необходимо разобраться в себе. Для этого вам необходимо разобраться в своих чувствах. Для этого вам необходимо научиться владеть своими чувствами лучше, понимать себя, ну и так далее. То есть вариантов достаточно много здесь, прежде чем возвращать отношения. Вот. Потому что иначе в следующий раз может уже случиться так, что возвращать вам будет уже попросту нечего. Если сейчас у него чувства к вам есть, и эти чувства, они еще там, допустим, ну, как-то блокируются. Вот, он может захотеть вернуть ваши отношения. То ваша задача сделать так, чтобы либо в этих отношениях, либо в следующих ваших отношениях, которые у вас могут быть, не было повторения текущей ситуации. И вам необходимо также сделать так, чтобы если если мужчина решит, что он там, ну, грубо говоря, что он больше не с вами, да, что он, ну, не хочет быть с вами, например, то если он так решит, то ваша задача пережить расставание с ним. Вот. А поскольку поскольку вы не совсем себя осознаете, да, то есть, ну, вот, вы, ну, вероятно, не отдаёте себя через все конфликты, да, там, что вам нужно делать, как нужно поддерживать общение с мужчиной, чтобы он увидел, что конфликт там условно может больше не быть, да, например, ну, то есть вот, что конфликт может быть решен, в принципе, уже с вашей стороны. Вот. Судя по тому, что ничего этого вы не
потому что об этом мне ничего не говорится. Я делаю вывод, что вам нужно повышать уровень собственного осознавания. Вот. А это моя работа. Это психотерапевтическая такая вот, я бы сказал, задача, вот, которую вам, на мой взгляд, нужно решить, то есть решить, хотите вы этой психотерапевтической задачей заниматься или нет, да? Вот. Условно говоря, если хотите, то великолепно, мы вам поможем, вот, себе собраться и так далее. Это, я не могу сказать, что это, знаете, прям, вот, прям сложно. Вот это просто займет какое-то время, это просто какое-то, ну, условно говоря, это определенный процесс. Вот. И все. Это определенный процесс, который вы пройдете. Вот. А дальше уже вы сами сможете решить, как вам поступать и что делать. Вот. Что касается шансов, и что касается, условно, того, что вот вы называете глупостью, да, мне кажется, что что нет такого понятия, как, ну, как глупая идея, там, или глупые мечты, или глупые мысли. Вот. Мне кажется, что, ну, все мысли, они от чего-то возникают. Мне кажется, что все мысли, они от чего-то, не знаю, чего-то приходят. Вот так. И вам важно посмотреть, что вместе с этими мыслями есть у вас еще. Что помимо любви к человеку есть еще. Потому что у меня, например, больше ощущение, что вы, ну, что вы нуждаетесь в человеке. То есть у меня чувство, что вы нуждаетесь в мужчине больше, чем, ну, чем вот, то, что вы говорите о любви, ну, нуждаемости. Больше здесь, вот как мне кажется, вот, чем любви, это не обязательно плохо для вас, вопрос в том, насколько это подходит мужчине. Вот, вашим, потому что мужчине может быть это, как кажется, такой достаточно ну, подавляющей агрессивной моделью, которая ему может, в принципе, да и не подходить. Вот. Поэтому тут, на мой взгляд, все не так, так просто, вот как
могло показаться на первый взгляд. Вот, мне кажется, что здесь, ну, требуется там своего внимания, анализа, исследования, изучения. Вот, мне кажется, что требуется, ну, понятно, что не могу ошибаться. Вот, понятно, что я могу, условно, быть не прав. Вот. Но мне думается так. Поэтому вас немножко сейчас не в ту сторону двигает. По моему скромному мнению. Вот, поэтому давайте последовательно, потихонечку последовательно, постепенно вас разбираться. Вот. Постепенно, последовательно исследовать. Вот. Насчет постепенно, последовательно смотреть, что и как. Ну, я имею в виду, для вас все происходит. Вот. И, соответственно, это будет более такой способ вам помочь. Ну, я имею в виду самый такой хороший способ вам помочь. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Я надеюсь, что он даст вам возможность сформулировать обратную связь, вот, которая позволит начать процесс работы над собой вам. Всего вам самого доброго и удачи.